Gaura Bhakta Vrinda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Мы немножко почитаем из Чайтанья Чаритамрита Анчалила. Анчалилы. Одиннадцатая глава. Okay, this is the passing of Haridas Thakur. Уход Харидаса Такура, он называется. I'm starting about text 16. Мы начнем читать с 16 стиха. But I won't read every verse. One day Govinda, the personal servant of Chaitanya Mahaprabhu, went in jubilation to deliver the remnants of Lord Jagannath's food to Haridas Thakur. Однажды Говинда, личный повар Шри Чайтаньи Махапрабху, в прекрасном настроении отправился к Харидасу Такуру с остатками пищи Господа Джаганнатхи. When he came to Haridas, he saw he was lying on his back and chanting his rounds slowly. Когда Говинда пришел к Харидасу, то увидел, как тот лежа на спине очень медленно читал положенное количество кругов. Please rise and take your Mahaprasad, Govinda said. Говинда сказал: прошу тебя, вставай и прими Махапрасад. Haridas replied, today I shall observe fasting. Харидас ответил: сегодня я буду соблюдать пост. I have not finished chanting my regular number of rounds. Я еще не закончил воспевать положенное мне количество кругов. How then can I eat? Как же тогда я могу есть? But you have brought Mahaprasad. How can I neglect it? Но я принес, но ты принес Махапрасад, и как я могу пренебречь им? Saying this, he offered prayers to Mahaprasad, took a little, and ate it. Сказав это, он почтил Махапрасад молитвой, взял небольшой кусочек еды и съел. The next day, Mahaprabhu went to see Haridas and inquired, "Are you well?" На следующий день Шри Чайтанья Махапрабху навестил Харидаса и спросил у него: "У тебя все хорошо?" Haridas replied, "My body is all right, but my mind and intelligence are not well." Харидас предложил свой поклон Господу и ответил: "Что касается моего ума и рассудка, то с ними все в порядке, но вот тело меня подводит." Mahaprabhu asked, "What is your disease?" And Haridas replied, "My disease is I cannot complete my rounds." И Господь Чайтанья спросил, что у тебя болит, и Харидас такой ответил: "Моя болезнь заключается в том, что я не могу закончить воспевать предписанное количество кругов, которые взял на себя." So the Lord replied, "Now you have become old, you may reduce the number of rounds you chant. You're already liberated, and therefore no need to follow the regular principles very strictly." Господь сказал: "Ты состарился, и теперь можешь уменьшить ежедневное количество кругов. Ты уже освобожден, но страстно желаешь следовать регулирующим принципам." Your role in this incarnation is to deliver people in general. You have sufficiently preached the glories of the holy name. Твоя основная роль в этом воплощении – это освобождение людей. Ты хорошо проповедовал славу Святого имени в этом мире. Here, Mahaprabhu is confirming that Haridas is an incarnation of Lord Brahma. Здесь в этом стихе Господь Чайтанья подтверждает, что Харидас Такура является инкарнацией Господа Брамы. When the Lord incarnates, competent devotees also incarnate to help him in his mission. Когда Господь нисходит в этот мир, то компетентные преданные также воплощаются вместе с ним в этом материальном мире. The Lord concluded, therefore, please reduce the number of times you chant the Hare Krishna Mahamantra. Поэтому Господь попросил, пожалуйста, уменьши количество кругов Хари Кришна Махамантры. Haridas replied, kindly hear my real plea. Харидас Такур ответил: пожалуйста, выслушай мою истинную просьбу. So then Haridas explained he was born in a very low family. И затем Харидас объяснил, что он был
что он был рожден в очень низкой семье. But the Lord had delivered him and raised him to the Vaikuntha platform. Но Господь освободил его и возвысил его до платформы Вайкунхи. My Lord, you have made me dance in many ways by your mercy. Господь, ты заставил меня танцевать разными способами по своей милости. For example, I was offered the Shraddha Patra that should have been offered to first class brahmanas. И, например, ты по твоей воле я принимал Шраддха Патру, которая обычно предлагается высококвалифицированным, высокорожденным брахманам. I ate from it even though I was born in a family of meat eaters. Я вкушал эту Шраддха Патру, хотя я был рожден в семье мясоедов. This Shraddha Patra was offered by Advaita Acharya. Эта Шраддха Патра была предложена Харидас Такуру Адвайта Ачарьи. And normally it's given to some first class brahmana. И обычно она предлагается высококвалифицированным брахманам. But Advaita recognized Haridas Thakur as the most exalted devotee. Но Адвайта Ачарья, он признал Харидаса Такура как наиболее возвышенного преданного. And therefore insisted that Haridas should take that prasadam first. И поэтому настаивал, чтобы Харидас Такур первый принял этот прасад. So then Haridas said, I have had one desire for a long time. И затем Харидас Такур сказал, очень долгое время я лелею одно желание. I think soon, Lord, you'll finish your pastimes in the material world. Я думаю, что довольно скоро ты, Господь, свернешь свои игры в этом материальном мире. I don't want to see the last part of your pastimes. Я не хочу увидеть последнюю часть, заключительную часть твоих игр. I wish to catch your lotus feet upon my heart and see your moon-like face. Я хочу прижать твои лотосные стопы к своему сердцу и созерцать твое лотосоподобное лицо. With my tongue I shall chant your holy name, Shri Krishna Chaitanya. И своим ртом, своим языком я хочу повторять твое имя, Шри Кришна Чайтанья. That is my desire. Kindly let me give up my body in that way. Это мое истинное желание. Позволь мне оставить тело таким вот образом. Lord Chaitanya said, my dear Haridas, Krishna is so merciful, he must execute whatever you want. И Господь Чайтанья ответил, дорогой Харидас, Господь Кришна очень милостивый, поэтому он исполнит, что бы ты ни пожелал. Whatever happiness is mine is due to your association. Все, то, что, какое бы счастье у меня не было, это все благодаря твоему общению. It's not fitting for you to go away and leave me aside. Это не очень хорошо с твоей стороны уходить прочь и оставлять меня. Catching the lotus feet of the Lord, Haridas said, my Lord, do not create an illusion. Although I am so fallen, you must certainly show me mercy. И схватил стопы Господа Харидас Такур, ответил, Господь, не создавай иллюзию, не создавай, не уводи меня столь падшего в иллюзию. И окажи мне свою милость. My Lord, if an insignificant insect like me dies, what is the loss? Мой дорогой Господь, ты окружен множеством великих личностей, которые достойны помогать тебе в твоих играх. Если такое незначительное насекомое, как я, умрет, какая в этом потеря? Когда умирает муравей, разве земля терпит убыток? My Lord, you're always affectionate to your devotees. I am just an imitation devotee. But nevertheless, I wish you fulfill my desire. Мой Господь, ты всегда ласков своим преданным. Я лишь имитация преданного. Но тем не менее, я хочу, чтобы ты исполнил мое желание и оправдал мои ожидания. So we see Haridas Thakur was a very, very humble devotee. Мы видим здесь Харидас Такур, очень смиренный преданный. So then, Mahaprabhu departed.
Затем Господь Чайтанья он ушел. And the next day, after visiting the Jagannath temple, accompanied by all the other devotees, he came to see Haridas. На следующий день, после того, как он посетил храм Господа Джагнатха, Господь Чайтанья, в окружении всех своих преданных, он вернулся снова в улицу с Харидасом. Махапрабху asked, my dear Haridas, what is the news? Господь Чайтанья спросил, мой дорогой Харидас, какие новости? Haridas replied, my lord, whatever mercy you can bestow upon me. Харидас такую сказал, Господь, какую милость ты собираешься пролить на меня? So then, Lord Chaitanya began a huge kirtan. И затем Господь Чайтанья начал очень сильный киртан. All the devotees were dancing in ecstasy. Все преданные танцевали в экстазе. And Mahaprabhu began to describe all the wonderful qualities of Haridas Thakur, as if he had five mouths. И затем Господь Чайтанья начал прославлять Харидаса Такура, как если бы он имел пять ртов. The more he described, the more his happiness increased. И чем больше он прославлял Харидаса Такура, тем больше его счастье возрастало. Hearing the transcendental qualities of Haridas, all the devotees were struck with wonder. И слушая удивительные качества Харидаса Такура, все преданные были поражены. They all offered their respectful obeisances to the lotus feet of Haridas Thakur. Они все предложили свои смиренные поклоны и шли Харидас Такуру. Haridas made Mahaprabhu sit in front of them, and then he fixed his eyes like two bumblebees on the lotus face of the Lord. И затем Харидас Такур он сидел возле стоп Господа Чайтаньи, и он зафиксировал свои глаза подобно пчелам на улоподобном лице Господа Чайтаньи. He held the lotus feet of Mahaprabhu in his heart, took the dust of the feet of the devotees and put it on his head. Он прижал лотосные стопы Господа Чайтаньи к своему сердцу и собрал пыль со стоп преданных и поместил ее на свою голову. He began to chant the holy name of Sri Krishna Chaitanya again and again. Он начал повторять имя Господа Шри Кришна Чайтанья снова и снова. As he drank the sweetness of the face of the Lord, tears constantly glided down from his eyes. И когда он пил красоту лотосного лотосоподобного лица Господа, слезы ручьем текли из его глаз. While chanting the holy name of Sri Krishna Chaitanya, he gave up his air of life and left his body. И во время повторения имени Господа Шри Кришна Чайтанья он оставил свое тело. Seeing the wonderful death of Haridas Thakur by his own will, which was just like a great mystic yogi's, everyone remembered the passing away of Bhishma Dev. И видя удивительный уход Шрилы Харидаса Такура, который подобно мистику оставил свое тело по собственной воле, все вспомнили удивительный уход Бишмадева. There was a tumultuous noise as they all chanted the holy names Hari and Krishna. И в это время раздался такой оглушительный шум, когда все преданные начали воспевать Хари и Кришна. Шри Чайтанья Махапрабху became overwhelmed with ecstatic love. И Шри Чайтанья Махапрабху был переполнился экстатической любовью. The Lord raised the body of Haridas Thakur and placed it on his lap. Господь Чайтанья поднял тело Харидас Такура на свои руки. Then he began to dance in the courtyard in great ecstatic love. И держа тело Харидас Такура в своих руках, он начал танцевать во дворе того места, где он находился. Because of Sri Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic love, all the devotees were helpless, and in ecstatic love they began to dance and chant congregationally. И благодаря вот этому танцу и пению Господа Чайтаньи, все преданные были беспомощны и начали также воспевать вместе с ним святое имя. The body of Haridas was raised on a carrier and taken to the sea, accompanied by congregational chanting.
И тело Харидаса Такура было погружено на повозку, и вместе с этим киртаном они все пошли вместе с телом Харидаса Такура на океану. Махапрабху bathed the body of Haridas Thakur in the sea and then declared, from this day on, this sea has become a great pilgrimage site. И лично своими руками затем Господь Чайтанья омыл тело Харидаса Такура в этом океане и громко провозгласил, что с этого дня этот океан является местом паломничества. Эта вода, она святая. Everyone drank the water that had touched the lotus feet of Haridas Thakur. Все выпили немного воды, которая коснулась лотосных стоп Харидаса Такура. Then they smeared remnants of Lord Jagannath's sandalwood pulp over Haridas Thakur's body. Затем они обмазали тело Харидаса Такура сандаловой пастой, которая была предложена Господу Джаганатхи. Then a hole was dug in the sand and Haridas' body was placed in it, along with remnants from Lord Jagannath, such as silken robes, sandalwood pulp, food and cloth. И затем руками преданные вместе с Господом Чайтанья они вырыли яму в песке на берегу океана и поместили туда тело Харидаса Такура вместе с остатками одежды Господа Джагнатхи, сандаловой пасты, просада и так далее, то есть вместе с разными. With his transcendental hands, Mahaprabhu personally covered the body of Haridas with sand, chanting Hari Bol, Hari Bol. И затем Господь Чайтанья собственными руками начал засыпать тело Харидаса Такура, громко воспевая Hari Bol, Hari Bol. So then they constructed a platform upon the site and protected around by fencing. И затем они построили такую как бы загородку, огородили это место. Chaitanya Mahaprabhu danced and chanted all around the platform, and as the holy name of Hari roared tumultuously, the whole universe became filled with the vibration. И они затем Господь Чайтанья вместе со своими преданными еще долго воспевали вокруг этого места, где они захоронили Харидаса Такура, и вся вселенная наполнилась святыми именами Господа Хари. After Sankirtan, Mahaprabhu bathed in the sea with his devotees, swimming and playing in the water in great jubilation. И затем после киртана преданные с Господом Чайтанья они приняли омовение в океане и в великом ликовании. Они принимали омовение, брызгались, купались и воспевали. And then Mahaprabhu went to the shopkeepers near the Jagannath temple and personally began to beg prasad from them. И затем Чайтанья Махапрабху отправился к торговцам, которые продавали прасад Господа Джаганатхи, и лично стал просить у них какой-то прасад для того, чтобы отметить Харидас Такура. So they collected the devotees, other devotees also assisted and collected a huge quantity of prasad. И также остальные преданные, они также приняли в этом участие и собрали большое количество прасада. And Mahaprabhu began to serve the prasadam. И Господь Чайтанья сам лично начал раздавать прасад. But Sarup Damodar and others said, please you sit down, no one will eat until you begin. И тогда Сварупа Дамодара попросил Господа Чайтанью сесть и вкушать прасад, потому что никто из преданных не начнет вкушать, пока месяц Господь Чайтанья за первые дни начнет вкушать. И когда Господь Чайтанья сел и начал вкушать, то все преданные также начали вкушать прасад. Everyone was filled up to the neck. И все наполнились прасадом по шею. And Mahaprabhu kept telling the distributors, give them more, give them more. И Господь Чайтанья продолжал говорить преданным, которые распространяли прасад, давайте преданным еще, давайте еще. After everyone had finished and washed their hands and mouths, Mahaprabhu gave each of them a flower garland and decorated them with sandalwood pulp. И затем, когда они закончили прасад, они помыли руки. И Господь Чайтанья всем преданным предложил гирлянды, раздал гирлянды и украсил их сандаловой пастой. And then he offered a benediction to the devotees. И затем он дал благословение преданным.
Anyone who has seen the festival of Haridas Thakur's passing away? Каждый, кто видел, принимал участие в этом фестивале ухода Харидаса Такура. Anyone who has chanted and danced here? Кто воспевал и танцевал Anyone who has offered sand on the body of Haridas Thakur? Каждый, кто предложил песок, то засыпал тело Харидаса Такура. And anyone who has joined this festival to take prasad here? И тот, кто присоединился к этому фестивалю и принимал прасад вместе со всеми преданными. Will achieve the favor of Krishna very soon. Достигнет благосклонности Кришны очень скоро. Being merciful upon me, Krishna gave me the association of Haridas Thakur. Будучи очень милостивым ко мне, сказал Господь Чайтанья, Господь Кришна дал мне общение Харидаса Такура. Being independent in his desires, he has now broken that association. Но будучи независимым в своем желании, сейчас он разорвал это общение. When Haridas Thakur wanted to leave this material world, it was not within my power to detain him. Когда Шрила Харидас Такур захотел оставить этот мир, это было не в моих силах удержать его здесь. Simply by his will, Haridas Thakur could give up his life and go away, exactly like Bhishma, who previously died by his own desire, as we have heard from Shastra. И просто благодаря своему желанию Шрила Харидас Такур оставил этот мир, подобно Бхишма Деви, который также сделал это подобным образом, как мы слышали это из шастр. Haridas Thakur was the crown jewel on the head of this world. Шрила Харидас Такур был короной на голове этого мира. Without him, this world is now bereft of its valuable jewel. И без него сейчас этот мир, он остался без драгоценного камня. Mahaprabhu then told everyone, "Jai, Jai, Haridas! All glories to Haridas Thakur." И Чайтанья Махапрабху начал восклицать, и все преданные повторяли за ним, "Jai, Jai, Haridas Thakur." And began to chant the holy name of Hari. Начали воспевать святые имена. Saying this, he personally began to dance. И видя это, как все преданные воспевали, Господь Чайтанья опять лично начал танцевать. Everyone began to chant all glories to Haridas Thakur, who revealed the importance of chanting the holy name of the Lord. Все преданные начали прославлять Харидаса Такура за то, что он открыл миру важность воспевания святого имени. Thereafter, Mahaprabhu bid farewell to the devotees, and he himself, with mixed feelings of happiness and distress, took rest. И затем, когда Господь Чайтанья, он попрощался с преданными, со смешанными чувствами счастья и боли, он также прилег отдохнуть. Thus I have spoken about the victorious passing away of Haridas Thakur. Таким образом, я рассказал удивительную, славную историю ухода Шрилы Харидаса Такура. Anyone who hears this narration will certainly fix his mind firmly in devotional service to Lord Krishna. Как каждый, кто выслушал эту историю, обязательно зафиксирует свой ум очень крепко на преданном служении Господу Кришне. Hare Krishna. 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 Hare Krishna.